такое вот сеточка. Хочу яблочек купить. У нас такого йогурта я не видела. А тут вот как в старые добрые времена есть вкусняшки. Вот такие вот йогурты. Прям агрокомплекс. И творог агрокомплекс есть. И простоквашина немножко. И вот эта Авида какая-то новенькая. Не знаю, что это за фирма. Закупочка состоялась. На 900 рублей я скупилась. Вот чек у меня. Ну, приду, покажу, что купила. Так, покажу нашу закупочку. Ну, вот так, кому интересно, цены. И вышло вот на 900 рублей. Да. Вот таких два батона. Они по 26 с чем-то там. Вместо пакетиков сетка, я вам показывала. Вот яблочки, просто супер цена, 59 рублей за килограмм. У нас в Ростове такой цены не встретишь, поэтому взяла похрумтеть. Так, решила все выложить, а то я так ерзаюсь. Мираторг, мексиканскую смесь, дешевле, чем в Ростове, 119, по-моему. Ну, хотела взять итальянскую, но потом что-то думаю... С тем мясом, которое у нас есть, пожарим, будет хорошо. Деткам взяла вот такой йогурт. Груша-ваниль. Ну, такой питьевой. Вот, взяла мальчикам-девочкам вот такую вкусняшку. 4 штучки. Она около 30 рублей. Вот такое масло. Ну, я не пробовала, не ела. Это что-то в Луганске, наверное, такое продается. Поэтому сюда завозят. Сливочное. Оно было по акции. 119 рублей я взяла. Взяла еще такую шуру нашу, тыквенные с солью, ну это для просмотра нашего сериальчика. И вот такую большую я вчера такую вот слопала, ну с помощью там Маши, чуть-чуть Димы. Себе взяла вот такой вот батончик, ну с орешками, конечно же.
И еще деткам питьевое взяла. Нам с бабушкой взяла вот такой Белакт. Я так понимаю, наверное, белорусский йогурт с персиком и с черникой. Вот и все мы. Закупочка вот такая вот, да. Яблочки прям хочется уже. Так, буду вот такое вот мяско жарить. Шашлык классический черкизово мы купили. Ну, хорошие такие, знаете, кусочки мяса. Прям хорошие, но специи именно классические. Потому что слово мясника, которое мы покупали в Магните, там вот такое, ух, интересненькое. Вот, ну, того не было, поэтому взяли это. Ну, вот 2 килограмма вышло нам около, ну, не больше 600 рублей. Насколько я так, там 279, по-моему, за килограмм было. Ну, что-то около того. Так что буду жарить. Вот, будет у нас такой ужин вкусненький. Шашлык на сковородке. Вот такая у нас вкуснота на ужин будет. И красочно, и вкусно, ну и полезно. Мясо с овощами очень, ну, без хлебушка мы, конечно, тоже не обойдемся. Это мы очень-очень любим. Ну, а может быть и обойдемся, посмотрим. Обожаю. Особенно вот эту смесь мексиканскую, потому что здесь вот перчик прям такой, знаете, хороший. Вот, Маруся такой не очень любит. Я сейчас это нам сделаю, а потом уже Марусе пожарю отдельно. Там еще остались кусочки мяса. Так что вот такой у нас сегодня прям барский-царский ужин будет. Полезного много. Тут морковочка, горошек. Ух, фасоль стручковая. Ух. И шашлычок такой румяный. Хорошо, вкусненько будет. Что? Вот такой у нас царский ужин сегодня. Вот, так что мы пошли ужинать. Вам тоже приятного аппетита, если вы кушаете. Вот, ну и нам приятного аппетита. И мы пошли смотреть дальше «Слугу народа».